Носки, тапочки прямо на газоне. Территории не предназначены для торговли. Здесь можно без сомнений выписывать протокол. Фактически это захват муниципальной земли, как и выход за границы арендованной территории. Одно из самых распространенных сегодня нарушений правил благоустройства. Здесь продавец рекламировал товары для пляжного отдыха, выложив их на тротуар. Во-первых, это портит внешний вид, а во-вторых, создает препятствие на пути. За подобное нарушение для граждан предусмотрен штраф 4000 рублей. За повторное нарушение уже 5000. За незаконное размещение конструкции, в данном случае мангала, на первый раз штраф от 1000 до 3000 рублей, далее от 3 до 5000. Основные нарушения выявляются, это выкладка товара на территории общего пользования, предоставление услуг ПТУ и несанкционированная торговля. В случае выявления нарушений составляется протокол об административном правонарушении. Данный протокол направляется на административную комиссию для определения суммы штрафа.